В смысле, где ты? Уходи! Ты слышишь этот звук? Чао, персик, дозревай. Мне уже страшно. Не отпускай любовь. А я не знаю, что делать, как обычно в этой игре. Открывай спокойно. Все, красавица, класс. Брателла тут дрыхнет, а мы спокойненько с тобой. Раз, два, раз, два. Да, идет уже 8-я попытка прохождения, так что... Ну сложно, блин, ну сложно. Так. Уходит. Уходит. Слезаем спокойненько. В смысле? А, это звуки лифта. Он сел в лифт. Так, раскачиваемся. Тихонечко. Хорош, ключик у нас. Побежали. Ох, блин, и все опять вот этого вот, вот этого жирненького надо опять пройти. Ладно, ладно, все, зашли. Заходим на кухню. Где он? Где ты? Ага, где-то далеко. А мы в это время пока топ-топ-топ-топ-топ. Прекрасно. Так, где он? Дяденька, вы... Ёпсель-мопсель, как ты был близко. Уходи. Уходи. Так, он идет. Ага. Что-то он там подкручивает. Идет сюда. Прячемся. В смысле ты сюда? Господи. Что-то подошел, колбасу поправил. И куда ты пошел? Ну куда ты пошел? Блин, этот... Нет, нет, нет. Угу. А как мне пройти-то? Как мне? Он смотрит в духовочку. Пойдет сейчас сюда. Чихнул. Это бедняжка. Крепкого тебе здоровья, дорогой мой человек. Поправил эту штуку. Чувствую, надо сразу же за ним идти. Сразу. Сейчас он колбасу тут поправит. Колбасу. И все, и погнали. Синей ночей. Спокойней. Ой, хорошо, хорошо, было хорошо. Так. Он пошел туда и пойдет сейчас наверх, да? И уйдет наверх. А этот вот гном там стоит, смотри. Он не наверх ушел. А, покрутит тут. И пошел. Все. Секунду. Что ты там стоишь? Иди, уходи. Что ты там зарядку делаешь, сынок? Тебе уже поздно. Так, побежали, побежали. Побежали, побежали. Да беги! Беги. Беги, беги, беги. О! О, о, отлично! Тихонечко! 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 Нет, надо бежать, наверное. Надо бежать, блин. Стримглав. Так, сосиску не могу сажать? Нет. А могу? Нет, могу просто взять. А, двери? Нет! Нет! А, извини, извини. Все, все, все.
Все, все, все. Неужели я вырвался? Ага, вот сюда, наверное, можно забраться, смотри. Так, куда ты меня это... Лифт наверх. Да. Епсель-мопсель, куда я попал? Ладно, куда я попала? Наверное, это девочка, не знаю. Так, вот это надо сдвинуть отсюда. Тушку. Можно ее сдвинуть? Нет? А стоит ли вообще ее сдвигать, да? Когда есть вот такие ступеньки. Ничего, не откройте дверь, да, ребят? Не откройте. Понял вас. Что, будем прыгать? Секунду. Ага. Ой-ой-ой, как холодно-то, холодно. Зажгитесь. Вот ты все-то хорошо-то как. Ах ты, вот. Вот ты, почему-то я люблю тебя разбивать. Не знаю пока почему. Ну да ладно. Ага, погоди, вот же, для меня ж поставили. Говорит, иди, говорит, не бойся. А чё, а куда? В смысле, погодите. Или мне сюда вообще не надо? Да подожди. Так, это не двигается, а это... Это холодильная камера, да я, блин, замерзну тут. Ну? Во! Вот куда мне. Прекрасно. Крыска. И как я к тебе? А-а-а! Если прыгнуть на холодильную камеру, имеется в виду, что ли? Не зря же они мне тут все поставили. Прям даже показали, куда мне. Погоди, сюда никак. Крыса жрет гнома, да? Понять не имею, кто такие гномы, поэтому... Блин, а куда мне? Давай тут осмотримся, ладно? А может я зря, может я рано приехала? За крюк могу зацепиться. Или умереть. Ну-ка. Ага, ну и чё? Могу качаться, могу не качаться, да? А если прыгнуть... О, могу за этот. Понял вас. Слушай. Интересная придумка, конечно. Окей. Качаюсь на одном. На втором. Эй! В смысле? Что, я не могу зацепиться? Вон за тот. Нет. Ну, я думал, я смогу и смогу по нему залезть наверх. Нифига. А, погоди-ка, вот, я сбросил мясо. Положу-ка я его тоже здесь. Два, типа два куска мне надо будет, да? Угу. Так, я тут, видимо, что-то сделал, что-то нужное. А еще и третий кусок. Так, поехали вниз. А, вот они падают вон туда, эти куски перемалываются. И получается... Ё, колбаса, фу, блин, они жрут детей и делают из них колбасу. Нет, сначала погоди, сначала надо же открыть. Во, красотка. А теперь давай. Сегодня не с той стороны. Так, пошла жара. Сосисочки, колбасочки. Ай, типа я по ним. Все, смотри, теперь я все понял. Вот молодцы, игроделы, а? Вот это разрабы, вот это вот. Вот умнички. Вот такие игры я обожаю. Вот можно сказать, да, одна из моих топов, точно. Да, вот еще кусок колбасы тут есть. Все, окей, теперь мне хватит колбасы, чтобы допрыгнуть. А с поварами-то что, все, закончилась? Ведь история. Блин, ну лишь бы закончилась, а то...
Это же просто космос. Лишь бы они сейчас не прибежали сюда. Окей. Итак, еще одна колбаска. Готов. Раскачиваемся. Ну, прекрасно. Ну, включи. Ты слышишь этот звук? Двигатели запускают. Надеюсь, что двигатели. Ага, началось. Ну, конечно, сейчас я... Что я должен делать? Просто идти, просто иди, ни о чем не думай. Если что, можно спрятаться, да? Вот сюда, типа. А тут уютненько, слушайте, можно жить. Трешка, практически. Да, но от кого я должен прятаться? От... Скажи, мне нужен ключ. Ну, игра делал, да молодцы. Блин, нужен ключ. Ага, сейчас опять я поеду вниз. А, брат, приехал этот. Приехал. Все. О, господи. Господи, сиди спокойно. Кусок сыра. Я просто сижу. А, мне надо выйти и уехать на этом лифте, да? Пока он тут. Или что? Так, он пошел туда. Все, явно мне надо. Мне надо куда-то сюда. Чао! Чао, персик, дозревай. Беги, 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 беги. Беги, пожалуйста, он едет. Ага. Все. Так он сейчас приедет. И что? Будет меня искать? Типа, а кто это воспользовался моим лифтом? А чё это я такой вообще? Я такой злой, такой большой. Большой. А он мне дверь открыл. Уходи. Уходи, ты здесь чужой. Ёперный театр. Вот. Эх, страшно ведь. Страх, где вот он? Страшно даже в комнату. А ведь это чье-то тело, да? А как, вот и как мне, вот и как мне? Что он там ищет внутри? Все, достань и... Типа достал такой. Такой, что за сосисочка на ПФД? А, или он типа ждет, чтобы я вот сделал вот так? Красиво, красиво. Спасибо, игра дела. Ключ. Ключ. Вот куда тебя понесло? Погоди, и там есть. И там есть для меня. Ага. А, он будет ходить. Ой-ой. Он будет ходить. А, понял, понял. Он будет ходить туда-сюда, а в это время я опачки. И опачи, да? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так я его должен как-то типа сюда выманить. И спрятаться вот сюда. Так, ну давай, нажмем на кнопку. Блин. Все-все, убегай. Все. Нет-нет, он меня не увидел. Нет, меня тут нету. Экс, и что он будет здесь разбираться? А, ищет меня, да? Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Выключил. И что, вернется назад? Ох.
Блин, он еще и простужен, слышь? Рукой как прикрывайся. Так мне его надо выманить сюда, чтобы... Чтобы как справиться-то мне с ним? Вот здесь. Все, я вас понял. Смотри. Нет, ты не должен был меня так найти. Почему он меня нашел так быстро? А, может так и... А, все. Все, я понял. Нажать и бежать туда, откуда я пришел. Так, ну вот смотри. Если я включаю кнопочку и сразу же бегу в эту дырочку. О! Смотри. Давай. Ну-ка, а мы сможем убежать? Сразу. О, сможем. И в лифте уехать. А он за нами приедет сейчас. А сейчас за нами приедет. А куда бежать? А, вставляем ключ, вставляй. Вставляй ключ. Пожалуйста, быстрее. Пожалуйста. Пожалуйста, быстрее. Куда? Прячься. Ох, yes. Придет сюда? Конечно, придет. Такой думает, а что лифт сам по себе ездит? По-любому что-то не то. Открой дверь, да, молодец, спасибо. Открыл мне дверь. В смысле? И все? Что это за хинкали тут лежат? Типа он не вернется, да? Я вас понял, что вот сюда надо, да, прыгнуть и открыть. Ага, это что за лифт? Это для отбросов? Да хватит. Ой, понятно, да. Да, гарбач. Полным ходом. Так сказать... Как же быть-то, а? Да, тут реально надо вот на скорость. Где-то вот так, а где-то прям вот так. Ждем. Что ты там мышь-то? Что ты там мышь все, а? Намыватель. 2000. Так когда он идет сюда, влево, наверное, я пойду. Блин, и дверь там еще. Вот, наверное, вот, да, и все, и я пошел. Все, тихонечко. Давай, аккуратненько. Все, классно. Где второй? Второй! Я под столом хотя бы заныкался. Ой-ой-ой-ой-ой, он вернулся. Или что, или как? А, вот тот идет, ага, хорошо. Так он туда, я оттуда. Видишь, мы как, мы слаженные работаем. Ох, классно. А, тут мышеловка, ага, сейчас, не попадусь. А чё я? Давай сразу вон туда. Спокойно. Вот. Тут типа чистая посуда должна быть, но уже кто-то ее разбил. Да? Ага. Так, тут что-то нужно дернуть. Тогда они прибегут. А я такой бац. Я вас понял. Они прибегут, а я так... Вот сюда пошел.
Мне уже страшно. Он сюда пошел? Или куда? Не надо сюда, ну пожалуйста, дяденька. Дяденька, бодипозитивный толстячок. Пожалуйста, не ходите сюда, я вас прошу. Так, аккуратно. Так. Дергаем. Все, спускаемся, прячемся. Все, 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 никого нету. Иди, иди, иди куда-нибудь, вот сюда. Блин. А он прям заглядывает, да? Так, тут ты искал, там ты не будешь больше искать. А что случилось, собственно? Дверь открой мне. А что изменилось, друзья мои? Чтобы, видимо, конвейер пошел работать. А, вот, наверху у тебя. Ой, а я твищу. Он меня не заметит? Смотри, как я висю. Заметил, смотри. Смотри. Окей, и сожрал. Так, я запустил... Так, я все понял. Я запустил... Запускаю тем самым крюки. Крюки, да? Ты слышишь? В другую сторону. Все, тут никого нету. Руками шваркать не надо. Все спрятались. До свидания. А теперь мне надо попасть на эти крюки. Ты понял? И как мне по посуде? А, по посуде можно залезть. Блин, очень опасно. Я сейчас хожу тут, конечно. Вообще слишком опасно. Так, там я не... Там я запрыгну вообще. Там я запрыгну. Вот, допустим, вот на такой стол я смогу запрыгнуть? Вроде да. Нет. Все, говорит, давай, говорит, спрячемся. Нет, слезь! С ума сошел. Вон туда, по тем посудинкам. Ползу наверх. Интересно, да, я придумал? Цепляюсь за крюки. Где-то они там сверху. Погоди, а. А у меня... Так, клавиатура. Взгляд вверх. Ну, понятно. Все, все. Типа стрелочки. Интересно, по посуде забраться. О, наш вон туды. Ладно, 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 посмотрим. Так, он идет туда. А я пока иду. Погоди, погоди, тут ловушка для... Не, нифига. Дынч, сюда ты меня не достанешь. Не, я туда не могу. А где же, а как же? Если я попадусь в мышеловку, то все, они меня точно пригреют. Значит, не по этой посуде. Угу, погнали назад. Опасно, опасно сейчас. Зовите меня Дэйв Опасный. Так, где второй, где второй? Так, вот посуда. Вот посуда, да. А вот и крюки. Интересно, а я смогу вообще как-то это устроить? Так, погоди. О, блин, оба тут. Типа с этого стола? Полезть наверх и оттуда прыгнуть на крючок.
Ну все, уже намыл ты там, уже хватит намывать. Че? Шуруй отсюда. Текс, отошел. Отошел, это хорошо. Так. Так. О, класс! Класс! Классно! Главное, не отпускай крюк! Не отпускай крюк! Не отпускай любовь! Не отпускай любовь! Ага! Беги! Побежали! Туда под стол, а потом смотри. И пока он меня ищет, я вот так... Раз. Подожди! Подожди! Все! Все, класс! Я спасся, я в мыле, я в пене, но я спасся! Господи, спасибо! Спасибо тебе! Да куда я еду на этих крюках? Я еду... Логично, что после кухни еда вот от сель попадает... На стол к пассажирам. Какая-то глава уже. Пятая. Глава пятая. Чё это такое? Что это? Труба огроменная. Обычно я так знакомлюсь со следующим боссом. По каким-то супер дальним планам. Обалденная игра, ребят. Просто. Лучше всех ваших этих Far Cry, вот это вот все. Обалденно. Что? Блин, я же сказал, что это корабль. И вот, пассажиры заходят на корабль. С другого корабля? Нет, или с причала? С причала. То есть мы еще не отчалили. Смотри, игра называется Little Nightmares, да? Маленькие кошмары. Так может, я и есть их маленький кошмар? Че скажешь? Круто, слушай. А можно чайку покушать? Мы куда-то прям реально плывем, прям... Так, понял вас. А вот и пассенджеры. Тоже все такие упитанные, холеные. Поэтому им нужно очень много еды. А при чем тут эта японская женщина? Фигурки, которые я разбиваю. Вот это интересно. Okay. Так, друзья мои, давайте этот выпуск на этом сегодня закончим. Продолжение обязательно будет в следующем видео. Не забывайте, ваша поддержка очень мне всегда нужна. И, конечно же, не будет лишней. Лайк, подписка, колокольчик, репост. Напишите комментарий, нравится ли вам игра, прохождение. Вообще что-нибудь интересненькое. Люблю со всеми вами пообщаться. С вами был дядь Давид, канал Петрос Плей. Продолжим в следующем видео.